Друзья, всем привет! С вами Леся, и сегодня я хочу вам показать два своих заказа. Они очень интересные, здесь будет много декоративной косметики. Большой заказ из интернет-магазина «Подружка», с которым связаны интересные приключения. Но сначала я вам покажу маленький, но очень выгодный и очень интересный заказ из Сифары. Тут вообще одна единица, один подарок, а дальше мы приступим к «Подружке». Итак, сразу хочу сказать про подарок. Была очень классная акция от бренда Givenchy. Абсолютно при любой покупке по промокоду Couture вы могли получить блокнот. Посмотрите, какой красивый. Сейчас как-то так попробую показать вам. Какой красивый, какой качественный блокнот. Он достаточно толстый. Здесь белые листы, они не пролинованные. Так уже кот везде у меня, девчонки, не обращайте внимания, у меня шотландец с густой шерстью. Так, очень классный блокнот, смотрите, какой красивый. То есть его можно как мужчине, так и женщине подарить. Тут просто какие-то такие арт-разводы. Шикарный блокнот. Качество супер. Не буду открывать, потому что я заказывала его специально на подарок. Абсолютно при любой покупке. Я знаю, что многие девчонки выносили просто вот эти вот колпачки по 500 рублей. Там они есть для помад Givenchy. Но я придерживаюсь такого мнения, что если меня уж и заманил подарок, то я должна зайти посмотреть, интересно ли мне в этом бренде хоть что-то. Если мне прям совсем не интересно ничего, то ради подарка не заказывать лишь бы что. А если интересно, пусть это будет стоить дороже, но зато вы получите нужную вещь и хороший подарок. А зачем мне колпачок, если у меня нет помады, не факт, что я ее когда-то куплю, я вообще не хочу ее покупать, поэтому, ну, такое. И я решила себе приобрести карандашик для глаз. Вот такой вот. И тут, конечно, я как-то заказала, а потом поняла, что этот карандаш лимитированный и что, возможно, у него исходящий срок годности. И так и есть, девочки, он до 4-22, то есть у меня еще есть 8 месяцев, чтобы им воспользоваться, но он небольшой. Посмотрите, какая здесь граммовка вообще, 0,28 грамм, ну это просто смешно, смешной объем. Посмотрим, если он меня порадует. Я даже боюсь делать свотчи. Это оттеночек 11 пиони. Под мои розовые тени я решила взять вот такой вот карандаш. Тем более, что он обещал быть именно нежно-розовым, не каким-то таким красным. Я себе его взяла. Не свотчила, девочки. Сейчас буду свотчить вместе с вами. О, он хорош, хорош, хорошо он свотчится. Он как гелевый. Смотрите, какой красивенький такой, нежно-розовый. Буду использовать под свои какие-то розовые тени на нижнее веко, я его планирую. В целом покупкой довольна, даже несмотря на то, что исходящий срок. Я карандашами пользуюсь активно и надеюсь, что попользуюсь очень хорошо. По свотчу прям чувствуется вот классное нанесение, как типа гелевых карандашей. И вот такой блокнот просто очень красивый. Я рада, что я его получила и я его подарю. Подарю мужу, сразу хочу сказать. Ему такие блокноты, такие как скетчбук, нужны, и я думаю, он порадуется. Ну что ж, а теперь, девчонки, немножко отставим наши прекрасные Givenchy, и давайте с вами займемся подружкой. Да? Ну что ж, сразу про подружку. Девчонки, это был заказ, сделан еще в начале месяца до нашего отпуска. Потом мы уезжали в отпуск, я этот заказ отменила. Отменила, потому что я так как бы подрасчитала, пока мы приедем, возможно, я там что-то передумаю. Но он пришел сегодня, 30 августа. Каким путем попал он снова ко мне, как его перенаправили, я не знаю. И для меня это была неожиданность. Я ждала свой заказ из Сифары с блокнотом и карандашом, который вам только что показала. Позвонил телефон, я говорю мужу, возьми трубку, я там жду заказ, прими его.
Он, да, хорошо. В общем, ответил, принимает заказ, а там подружка. Я говорю, я не поняла. Я же забыла, что я заказывала. В общем, он у меня. Давайте сначала не декоративная, но тоже очень интересная. Была классная акция от Le Ciel марки. При покупке на определенную сумму вы получаете в подарок патчи для глаз. Там можно было из двух вариантов выбрать. И я себе взяла две упаковки патчи. Конечно, они превысили нужную сумму. Но я, опять же, повторюсь, я беру то, что мне нужно, то, что хотелось. И самое интересное, что я заказала патчи. Тогда я думаю, блин, патчи, ну, зачем они мне нужны? Хотя я уже говорила о том, что после того, как я приехала с юга, я знаю, что мне патчи нужны, мне их нужно купить. У меня пострадала область вокруг глаз, надо как-то это восстанавливать. И приезжает этот заказ с этими патчами. Я такая думаю, как вовремя. Вот такие вот патчи. Это у меня гидрогелевые патчи для глаз с блестками и экстрактом ромашки. Вот такие вот они прозрачные. Я обожаю ромашку и все, что туда входит. Поэтому я заказала их. И вот такие вот патчи. Они у нас идут для глаз гидрогелевым. Гидрогелевые с коллагеном. Они очень такие красивые, как бы до хромно-фиолетовые. Здесь 16 патчей в каждой упаковке. То бишь, ну, 8 пар. И, собственно, выбрала я себе в подарок вот такие вот патчи. Считаю, акция на самом деле очень выгодна, потому что каждая упаковка что-то рублей по 500 стоит, и получить такие патчи очень здорово. Это патчи для глаз гидрогелевые против темных кругов. Но у меня темных кругов нет, но в любом случае я их выбрала, буду пользоваться. Вот такие вот у меня патчи появились вовремя. Я, кстати, рада. Ну, далее из неинтересного, девчонки, для мужа брала шампунь Head & Shoulders. Он пользуется не принципиально каким, вот это укрепление Supreme будет пользоваться. Так. И для мужа тоже брала биокальций, сплат, огромный объем. Он любит только эту зубную пасту, тоже для него брала. Не забыла, про мужа не забыла. Ну и, собственно, дальше самое, девчонки, интересное, самое вкусное, это бренд Ламель. После того, как я попробовала карандаши для глаз, вот эти вот яркие Ламель, я поняла, что мне нужно срочно ознакомиться с брендом, потому что это для меня что-то новое, какое-то открытие, какое-то невероятное качество. Я себе заказала несколько интересующих меня продуктов. Во-первых, самое-самое для меня интересное, это в оттеночке 401 Blue. Были вот такие вот жидкие тени из серии Insta. Insta Glitter. Я очень хотела их попробовать. Они вот такие вот дуохромные, девочки. И это просто пушка. Это для меня открытие. Они настолько красивы, они настолько круто смотрятся. Они смотрятся, во-первых, посмотрите, дорого. Они смотрятся прям эффектно, и они прям такие дуохромные. То есть тут голубые, сиреневые блестки. Я просто офигела, когда я их увидела, потому что это супер-супер невероятное что-то. С большим удовольствием буду пользоваться. Следующее, что я себе взяла, это уже вот такая вот серия в оттенке Liquid Pink 04. Это опять же глиттер. Такие у них красивые упаковочки, блестящие. Тоже мне понравились. Не так, как предыдущие синие. Они идут уже немножко попроще. Но тоже очень такие красивые сияющие тени. Розовые. Ну, конечно, вот эти вот, вот эта вот серия, там, где голубые дуохромик, они как бы подороже выглядят. Здесь они попроще, и видно прям вот такие вот крупные тоже блесточки. Но в любом случае тени красивые, буду ими пользоваться. Довольна своей покупкой. Смотрите. И розовый такой, он не без краснинки, он прям такой просто розовый. Красивые тени, ничего не могу сказать, но по эффекту, конечно, вот эти вот голубые, они более выигрышно смотрятся. А такие, я думаю, можно тоненьким слоем и в школу, и в офис. Но, на мой взгляд, они проще, они не такие, знаете, бам, как вот эти вот. Поэтому так вот, рада, что попробовала, но это просто прям огонь.
Следующее, что я взяла, это хайлайтер. Конкретно у меня 401 оттенок в оттенке Cold. Вот такие вот. Там еще 402, и они, насколько я понимаю, идут как шампань. И эти, они розовые. Я их даже не свочила, ждала, в общем, у вас, чтобы снять. Красиво, нежный такой розовый. А ну-ка. Ну, красиво смотрится, если нежно нанести будет вот так вот. А если... О, смотрите, как обалденно. Буду тестировать. Надеюсь, что они будут неплохо смотреться на лице. Ну, да, видно, что они прям такие с розовинкой. Ну, тени, посмотрите, как красиво. Ну, и розовые, конечно, они тоже бесподобные, но вот эти вот поинтереснее смотрятся. Вот такой вот хайлайтер я взяла. Далее, нужная покупка и в то же время интересная для меня. Вот эти вот такие вот бочоночки мне напоминают бренд Milk, да, если я не ошибаюсь. У них вот эта вот упаковка меня всегда манила, но так я и не заказала. Cult Beauty ничего. И тут, когда я увидела эти упаковочки, я думаю, блин, какие они прекрасные, такие милые, такие маленькие, такие хорошенькие. У них есть хайлайтер, есть в этом формате контуринг, по-моему, румяна есть, но это такой продукт кремовый. Единственное, что я себе могла взять, это праймер. Праймер, он идет вот такой вот, то есть он не бесцветный, он какой-то такой персиковый. Ну-ка. Нет, вот. Ну так он, да, он бесцветный, девчонки, прям вот бесцветный, его не видно, и приятное такое нанесение, легкое достаточно, ну я думаю, можно наслоить. Это такая нужная покупка, потому что у меня нет вообще праймера, и тут я подумала, все совпало, нужно брать. Взяла вот такой вот праймер, это все, что я взяла от La Mer. Если понравится эта партия La Mer, конечно же, буду обязательно еще дальше знакомиться с брендами, но я взяла прям самые интересующие продукты. Вот еще хочу показать вам swatch. Искристый, конечно, красивый, розовый, ничего не могу сказать, классный, но вот этот прям вообще вау-эффект дает. Следующее, это туши. Совсем случайно, знаете, вот когда я заказала La Mer, заказала эти патчи, заказала мужу нужности в виде шампуня и зубной пасты, я думаю, ну нужно же добрать до 3000, от 3000 бесплатная доставка, потому что, честно говоря, ну так не хочется за доставку платить, а ходить в магазин и делать самовывозы, таскать эти коробки, у меня нет ни времени, ни желания абсолютно. Поэтому я думаю, зайду, посмотрю, может, новинки какие-то, у них там есть раздел новинок. Я увидела от бренда Relui вот такие вот туши маскарад. Мне показалось это интересно. С брендом Relui я вообще не знакома. Вот будет повод познакомиться. Во-первых, это партии написаны, надо же, наверное, оттенки. Фиолетовая и голубая. Ну, это я точно помню. В общем, не могу найти, где сам оттенок написан. Вот такая вот идет фиолетовая. Она идет такая прям глубокая, яркая, но какая-то такая глубокая, достаточно темная. Так, если немножко вот так вот сделать. Вот видите, она прям такая глубокий фиолетовый. Интересно будет попробовать. И голубая. Голубая, конечно, прям, когда я ее увидела, я прям вау, ничего себе. Она прям яркая, такая голубая, неоновая. Надеюсь, в деле мне понравится. Такие вот щеточки. Щеточка вроде ничего, не сильно огромная. Буду пользоваться. Вот такие вот, девочки, были у меня покупки. Хотелось вам рассказать, поделиться с вами. Если вы что-то из этого пробовали, рассказывайте, потому что для меня это все в новиночку. Ну все, буду с вами прощаться. Всем большое спасибо за внимание. С вами была Леся. Всем пока-пока.